Система отопления на газовых баллонах состоит из трех частей – шкафа с газовыми баллонами, газопровода и газового котла. У дома устанавливается металлический шкаф с 6-79-литровыми газовыми баллонами и соединяется газопроводом с газовым котлом, расположенным внутри дома. Шкаф устанавливается на стабильной поверхности на безопасном расстоянии от дверей и окон дома. Газовый котел использует сжиженный газ для отопления дома, нагрева воды и приготовления пищи на газовой плите. Регулировать температуру в доме очень просто. Просто установите комфортную температуру на панели управления газового котла, а все остальное система отопления возьмет на себя. Изначально система использует только три газовых баллона. Когда газ в первых трех баллонах заканчивается, система автоматически переключается на резервные газовые баллоны. Система отопления на газовых баллонах «Интергаз» может дополнительно быть оборудована телеметрией и газовым счетчиком. Система телеметрии – это прибор, который автоматически оповещает компанию «Интергаз», когда в первых трех газовых баллонах закончился газ. После этого оператор колл-центра свяжется с клиентом для согласования удобного времени для доставки и установки газовых баллонов в систему отопления. Газовый счетчик измеряет потребленное количество газа за указанный промежуток времени. С газовым счетчиком платить нужно не за газовые баллоны, а за потребленное количество газа из газовых баллонов. Это важно, потому что в некоторых ситуациях в газовых баллонах остается неиспользованный сжиженный газ. Благодаря газовому счетчику вам не придется переплачивать за неиспользованный газ в газовых баллонах. Если у вас остались вопросы о системе отопления на газовых баллонах, свяжитесь с нами по короткому номеру телефона 1804 или заполните контактную форму на нашем сайте.